Всем привет! Покажу, что я купил перед этим и перед тем. Так, вот такую я машинку золотую урвал, красивую, в наборе. Она была в наборе. Там пару машин я взял. Вот. Ну, такая интересная, золотой такой, то есть зеленый такой голографик, темно-зеленый голографик, краска, зелененькие колеса, они не светятся, ничего, тут зеленый колпачок вот этот на кабине, фонарь, вот такая она сзади, не знаю, какая она там, золотая или бриллиантовая. Ну, что-то я слышал, что все ищут там золотые какие-то модели. Не знаю, это из тех моделей или не из тех. Вот, может, кто подскажет, она каким-то там золотым моделям относится или нет. Или вообще любая машина покрашенная, то есть вскрытая вот таким никелем, относится к золотым. В общем, красивая, мне понравилась, там необычная, там такая какая-нибудь там BMW или Lamborghini, а такая интересная спортивная, какая-то космический такой агрегат, прикольный. Так, предпоследняя у меня покупка была как бы на рынке, показываю, вот эта машина, вот. Она вся светится, все белые части, которые здесь есть, они светятся. Вот, вот такой грузовик. Не видно ни черта. Так, сейчас мы немножко вот так вот наведем фокус. Так, немножко повыше сделаем. Так вот, чтобы видно было более-менее. Вот такая вот классная тачечка. Конечно, не знаю, там у меня есть фотки, я, наверное, вставлю фотографии, как она светится. Прикольная, конечно, машинка. Желтая кабина у нее, желтые полосочки. Вот. На колесах желтые, ободочки, все как-то. И серый такой пластик, прикольный, короче, мне понравился. Так, я купил их три на рынке. Вот такой снегоход. Прикольный. Цвет мне понравился. Там есть оранжевые какие-то еще, там не знаю. Мне этот, именно этот и понравился, потому что я его купил. Вот такой он классный. Колесики все как положено. Интересный. Это снегоход. Вот такие вот длинные вот эти на рынке у нас как бы возят такие вот. Вот такие у нас возят на рынке длинные упаковочки такие. Вот такие. Так. Ну, кого интересует, может, я сделаю отдельно видео, вытащу их. И если интересно, покажу, расскажу. Там все куча. Еще мне охота сейчас с ними возиться. Да как там еще есть. Вот такой интересный, как бы драгстер, монстр. Скорее всего, под ретро-автомобиль сделан такой монстр-автомобиль. Вот. Рип-рот, написано рип-рот. Внизу, да, видно, нет, не знаю, тут с экрана ничего не видно. Вот такой. Бывает. В общем, вот три, которые я брал на рынке. И вот три, которые я купил в магазине.
Мне так крупно как-то повезло на магазин. Вот я зашел, новые модельки, и я взял такой прикольный Ford Focus с интересной окраской. Он, оказывается, не белый, а не с блесками, а краска как бы перламутровая белая. Прикольная краска. Она отливает сереньким таким, она не чисто белая, а сереньким таким, как бы перламутр дает ей дополнительный блеск этой краски. Это Ford Focus, прикольная машинка, классная сама модель, как бы в природе она супер, вообще машина считается такая компактная, красивая, в общем. Так, вот этот короткий блистер, да, такой. В общем, так, Ford Focus RS. Так, ставим его вот сюда. Потом там пара штук была вот таких еще. Ford Focus, правда, был один. Вот таких две прикольных. Большая машина. Очень большая, с очень большими колесами, с множеством вот таких вот наклеек. То есть это не наклейки, да, это краска, нитрокраска сделана, все красиво сделана машина. Да, верх металлический, низ пластик. Довольно тяжелая, за счет большого корпуса она очень тяжелая. С ума сойти. Тут килограмма 3. Судя по заднему виду фонарей там и все такое, она похожа на Корвет. Тут же написано Корвет. Точно. Как бы тут не угадаешь, что это конверт. Не знаю, что она там за Корвет. Он какой-то такой толстый, на джип больше передок похожий, чем на конверт. А, да, там есть еще такой, как его называют, радиатор, да, такой, зубы такие, я съел бы все. Вот такие дела. Такая прикольная машина. Сзади ничего толком нету. Ничего не открывается, ничего не закрывается, ничего не показано. Вот. Со всех сторон. Ну, кому надо, тут в интернете можешь найти. К6 Корвет, С6 Корвет, черт ногу сломит, как они их там читают. Вот. Вот такое вот. Все вроде, да, показал нормально. Так, заодно вот такой прикольный Дукати мотоцикл. Это один из лучших Дукати, которые существуют в природе. Вот. Не один из лучших, а, наверное, самый лучший среди мотоциклов вообще. Я считаю, что это самый-самый суперский. Вот, 1.1.9.9. Самый такой прикольный моцик. Как бы был и будет, наверное, самым лучшим. Не знаю, как кто катался, на них не катался. Я лично считаю, что это лучший из мотоциклов, которые вообще существовали. Там КТМ и Ямахи, это своего рода, они как бы имеют свои такие приколы. Вот. Но я считаю, что это самый такой из всех куперских мотоциклов. Вот такой он прикольненький. Вот такой он сзади. Супер-бупер мотоцикл. Да, сделана интересно ось, сделана вот где проходит вилка, вот эта вот задняя со звездочкой вот этой. В общем, сделана как звездочка, даже дорожная, не кроссовая, стоящим на одной оси, которая здесь не соединяется ни с чем. Тут четко заделана заклепочкой.
Ах да, если кто думает, что это диван, это не диван, это стол, который просто покрыт таким материалом, чтобы не было тут всяких там блесков, пятен, ерунды всякой. Это обычный стол. Так что это не диван, как некоторые могут думать, там люди сказали, о, на диване уселся, херней занимается. Вот такие классненькие, в общем, как сказать, сиденья. Все металл, кроме сиденья и, как мне кажется, вот этого обтекателя. Обтекатель пластик. Оно и соединяется. Вот сиденье соединяется под баком, соединяется с основным вот этим всем делом. Вот. А бак и низ полностью из металла все. Вот. Так вот заклепка. Правда, мне не понравилось, что колесо болтается как бы здесь. Как-то могли продумать, сделать более жестче. И он, если сравнить с другими мотоциклами, то он падает. Его так поставить просто ровно, как бы там, не всегда можно. Он заваливается на эту сторону по-любому. Вот так вот. Так что колесо как-то у него тут, не знаю почему, у меня другие-то мотоциклы, они нормально стоят, не падают. Вот такие дела. Ну, такой мотоцикл классный, расцветка мне понравилась, ничего такого навороченного. Внизу тут написано на черном Hot Wheels, впереди Ducati. Тут что-то вообще мелкое, ничего не понятно. Немножко неровно здесь сделана наклеечка, вот эта вот сбок-бок ушла. Ну так, если не присматриваться, ладно, уж черт с ним, хоть такой. Так. Вот такой прикольненький мотик. Да, еще заодно я хотел сказать. Я делаю так. Подрезаю снизу. Снизу подрезаю. Ну, видно, да, что оно подрезано. Как-то все нормально держится. Если кто хочет что-то интересное. Да, вот длинный, допустим, то же самое. Подрезаю снизу и просто делаю так. Вот. Беру вот этот, тут делаю такой язычок, тонкий скотч, и вот так раз, вот так раз, и все, и оно поддето, и машинка тут как тут. Вот назад вот так раз закладываешь ее. Вот. Берешь вот так вот чуть-чуть. Так раз, прижал, загнул. Все. Она не болтается, никуда не девается. Все четко, плотненько. Повесил. И окей. Так, ну вот, это видео на сегодня все. Все показал, много. Во время уложился. Мне не люблю длинные, но как получилось. Всем пока, спасибо. Спрашивайте, что интересно, может, расскажу. Короче, я не особый такой спец в этих машинках, просто нравится. И мы как бы, крыша поехала, и мы их покупаем тут все. Вот, тут это особо, да, понравилось, красивое, все красивое, все. Фордик, супер. Пока-пока.